Начинаем пресс-конференцию режиссера фильма «Чедо Грасия». Главный герой ленты – киевский художник Федор Александрович, который расследует чернобыльскую катастрофу и выдвигает свою версию случившегося. Премьера фильма состоялась 24 января 2015 года на кинофестивале «Sundance». Картина завоевала гран-при как лучший иностранный документальный фильм. И название «Русский дятел» связано с радиосигналом, который СССР транслировал на Запад в 70-е годы прошлого века. Добрый день. Чед, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Спасибо большое. Few words about your film. Okay, so I'll speak in English because я могу говорить по-русски, но не очень умный и не очень точно. Это лучше... Да, в разговоре нам поможет Инга сегодня. Спасибо большое. So this was my first film, and I wasn't planning on making a film, actually. I was in Kiev working on a play. I was working with Fyodor, actually. And, ну, может... Это мой первый документальный фильм, и я никогда не снимал документальное кино. Я работал в Киеве, делал спектакль и работал с Федором. And every time we had a break from our rehearsals for the play, Fyodor would pull me aside and start to whisper about this Russian woodpecker. And I didn't know what he was talking about for two or three weeks. И каждый раз, когда мы работали, Федор в перерыве как бы вытаскивал меня и начинал мне рассказывать об этом звуке, о дятле. И несколько недель я не понимала, о чем он говорит. So, but finally, after a long time of his urging, I agreed to make a very short film, a five-minute film, about this antenna, because we had a lot of conspiracy theories in America, and I wanted to explain what was the truth behind the antenna. И после некоторого времени я согласился сделать короткий фильм об этой антенне, потому что у нас в Соединенных Штатах есть очень много теорий конспирации о Чернобыле, в частности. About the antenna. So, but of course, it became much stranger and much larger and much longer as I followed Fyodor. And basically, the film was an investigation of Fyodor's mind, the journey of this eccentric artist. Но в конце концов вышло так, что фильм стал намного сложнее, намного длиннее, потому что это стало исследованием как бы души Фёдора. But there was never any plan, and there was never any. It was just sort of. It was a real investigation of Fyodor's journey. So it was surprising all along. It was surprising when we discovered that there was some sort of mystery about Chernobyl, and it was surprising when the Maidan and the revolution began, and it was surprising that we were even accepted to Sundance, and it's surprising that I'm here today in Kharkov sharing the film with Ukrainians. It's wonderful. Но у нас не было никакого плана, и это очень удивительно, что мы сделали такой фильм, что это было очень удивительно, что... Нашли Чернобыль, что, ну, сначала, чтобы мы нашли, что может быть что-то скрыто, тайна связана с Чернобылем. Тайна, связанная с Чернобылем, что в конце концов мы сделали этот фильм, что мы попали на Sundance, и что теперь даже сегодня я нахожусь с вами в Харькове. Ну что, отлично. Давайте перейдем к вопросам. Коллеги, есть ли вопросы? Интересно узнать, чем занимается Федор как художник еще. И почему эта тема его заинтересовала? She's interested what Fyodor is doing as an artist and why he's interested in this topic. Но он работает в театр. Я могу это сделать по-русски, потому что не сложно. Он работает в театр, он как художник. Он сделал костюмы, он сделал сцены, и он тоже рисует. Но когда я познакомился с ним, я сразу понял, что это очень эксцентрический человек, очень странный, очень уникальный. И я просто... Я знал, что я хотел работать с ним, потому что я знал, что я не знал, куда мы или что будет, но я знал, что это будет очень интересно. И сначала я согласился сделать спектакль с ним, и он был как художник театра там. А тогда, когда у него была идея, чтобы делать фильм, я тоже согласился, потому что я думал, что я не знаю, как это будет, какой фильм, у меня нет опыта, но я просто знал, что
без сомнения, это будет приключение. И это, на самом деле, это было огромное приключение. Пожалуйста, еще вопросы. Виктор Ивашкевич, телеканал «Симон». Где снимался фильм? Сколько снимался фильм? Ну, то есть все. Ну, 90%. Нет актеров, нет. Это все документально. Фамилия, surname? Александр Александрович. Федор Александрович? Александрович. Александрович. Я забыл. Это отчество? Нет, это фамилия. Фамилия, да. Александрович. Александрович. Я не знаю, честно говоря. Это Федор Александрович. По-нью-йоркски. И что вопрос? Здесь мы сняли все, практически все фильм здесь, все, 90% в Украине, в Киев, где мы сделали интервью. Сначала этот фильм про этот радар. Это огромный, самый огромный советский тайный радар, антенна, дуга называется. Все люди, которые работали и строили этот дуга, они практически живут в Киеве. Это интервью мы сделали в Киев. А тогда, конечно, много сняли в Чернобыле, в Припять, где стоят этот радар. Несколько интервью было в Москве, несколько, 5%. И у нас несколько архив из Америки. Но большинство фильмов это здесь, в Украине. И, ну да, это украинский фильм, можно сказать. Ну, я могу как автор, это я уже совсем взорвался. Как видевший фильм, могу сказать, что сначала главный герой производит впечатление человека несколько не в себе, но потом, когда ты видишь уровень людей, у которых взяли интервью, ты понимаешь, что все достаточно серьезно, то, о чем он говорит. То есть это не просто его фантазия, это выстраивается в стройную историю. Mm-hmm. Мой комментарий просто, да, скажем. Иногда самый сумасшедший помогает нам понимать правду. Это как я понял. Я сначала, когда я познакомился с Федором, он сказал, это было 3 года назад, он сказал, что Советский Союз вернется, что будет война, будет кровь и так далее. Я думал, что это такой сумасшедший человек, это самое спокойное место в мире в Украине. Все тихо, я не понял. А он, как сейчас я понимаю, что он как все художники, он как радар, он очень sensitive. И он иногда, даже как наша антенна, это загоризонтная антенна, это радар загоризонтный. Они строили, чтобы можно видеть в Чикаго, мой родной город, но чтобы Советский Союз знал, что там случится. И Федор так, то же самое. У него как художник можно видеть загоризонт. Ну, и он как-то... Он прав, что война вернулась. Но его самая обсессия, чтобы призрак Советский Союз еще жив, и еще, что будет война, борьба с ними. И он тоже думает, что все это связано с Чернобылем, с дуга, этот радар. А я сомневался навсегда. Но каждый путь, иногда он был прав. И тогда я сейчас очень... Я не знаю... где правда, или если Федор 100% правда или нет, я не знаю. Но я знаю, что это важно, чтобы задать таких сумасшедших вопросов. И он это сделал. Спасибо. Вопросы, да. Алина Шульга, медиапроект «Накипело». Интересует вопрос, насколько легко соглашались эксперты на интервью, в том числе московские. Как они шли на контакт на такую тему? Это было очень трудно. Все интервью... Но сначала у нас есть продюсер в Украине, она Марина Орехова, и она позвонила, эти ученые и полковники, они согласились вообще. Но когда они видели, что это американец, что это я, тогда они ничего не говорили. Или они врали. Они сказали нам столько сумасшедших. Ну, это было очевидно даже мне, что это неправда. И тогда... 6 месяцев я не узнал, что этот радар сделал. Они сказали мне, чтобы это было, чтобы искать нефть. Это сумасшедший. Или они просто говорили, что я не хочу говорить с тобой, это военная тайна. Спасибо, закончить интервью. Ну, такие ситуации. А тогда мы сделали специальную квартиру, где я могу скрыть в шкафу.
И тогда мы сделали интервью, где все американцы, ну, все английские, мы уничтожил, перевод сделал по-украински. А тогда чуть-чуть они открыли. Но это было очень трудно. И даже у нас, мы использовали секретный фотоаппарат, чтобы иногда, чтобы найти правду. А в Москве совсем они говорили, нет, они не дали нам интервью. И, ну, это было очень трудно. Это, да, но все, наш фильм, это как борьба с этими людьми, которые не хотели объяснить правду. Дмитрий Овсянкин, журнал «Аналитик UA». У меня такой вопрос. Вот у вас в фильме есть кадры, собственно, с радаром. Насколько легко вам было попасть на этот объект, чтобы снимать? Не находится ли он до сих пор таким спрятанным, в спрятанном режиме, охраняемом? Ну, это было, конечно, ну, это было трудно. Но наш продюсер, я не спросил, как она это сделала, но она сделала так, чтобы она открыла эти двери для нас как-то. Я не знаю, я не хотел знать, потому что, наверное, лучше не знать точно, но что они сделали, чтобы, может быть, ну, вы понимаете, это такая, как объяснить? In Ukraine, I've discovered, lots of things are gray zone. It's forbidden to go, but it's possible to go. And on paper, it's forbidden, but we found some way. And I shouldn't say details. В Украине, как я узнал, очень многое находится в серой зоне. То есть что-то запрещено, но при этом туда можно попасть. И точно так же было в этом случае, что в принципе на бумаге это запрещено, но попасть туда можно. При этом я не хочу знать детали, как это случилось. We had a lot of gifts of vodka to the guards. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вы наверняка сами были в Чернобыле. Вот какие ваши впечатления, когда вы туда попали? Вот какие эмоции переживали? И учитывая то, что вы ставите знак вопроса, да, по поводу размышлений вашего главного героя, возможно, вы планируете продолжать копать эту тему дальше, чтобы все-таки найти истину? Mm-hmm. My impressions when I went to Chernobyl primarily were that it was extremely beautiful and peaceful. It was kind of a terrifying silence. Мое впечатление, когда я попал в Чернобыль, это о том, что это очень красиво и очень мирное место, при этом оно такое немножко пугающе спокойное. The question about whether Fyodor will, как если я понял, что мы продолжаем, я думаю, что мы уже сделали все, что можно сделать. Мы делали первый шаг, мы задали вопросы. Фёдор не журналист, он просто художник. Он задал свои сумасшедшие вопросы, и мы нашли что-то там, что-то скрыто. И нельзя сделать это расследование до конца, до того, как они открывают архив в Москве, где самые важные документы и транскрипты этого День аварии. Уже три государственные комиссии спросили в Москве, чтобы дать эти бумаги, и они отказали. Это значит, я думаю, что сейчас это маловероятно, что будет возможно, чтобы знать 100%, что случилось. У меня вопрос по поводу... И правильно ли я понимаю, что до съемок фильма Фёдор ни с кем из этих людей не общался, просто у него была информация о том, что есть этот радар, ему это было интересно, и он стал вместе с вами исследовать эту тему уже через интервью с людьми. Да, это правильно. Фёдор художник, а у него, как он сказал, у него есть какая обсессия с этой дуга. Это было художественное. Он he was attracted to it somehow mysteriously by this by the aesthetics of this giant radar, this colossal evil, as he called it. У него было какое-то привлечение к этой дуге, то есть это с такой эстетической больше стороны, что он был, его привлекала эта гигантская колоссальная дуга и гигантское колоссальное зло. И надо сказать, что для Фёдора самая огромная трагедия своего жизни была, когда ему было 4 года, и Чернобыль случилось. Это была для него огромная травма, и он всегда хочет найти преступника.
И это его, для него это очень важно. И он знал, он как чувствовал, что этот радар как-то связан с этой катастрофой. И это была его обсессия. Я просто заследовал за него с фотоаппаратом, с Артемом, наш DP. И он все это узнал во время нашего расследования и фильм. Мы не узнал. Даже когда он сказал, что когда он узнал, что есть такая преступник, он думал, что я не ожидал. Я не хотел найти такие зло в человечество. И я, ну, он сказал, что для него это было как землетрясение. И тогда у меня еще вопрос, какой самый интересный факт вы узнали в процессе расследования? И есть ли какая-то реакция, ну, я не знаю, там, властей, людей, общественности на те факты, которые всплыли в фильме после выхода фильма? Второй вопрос, Вини. So, what was the first, the most interesting fact that you found out in the process? And also, what was the reactions of the people in power, people and maybe not NGOs or some organizations after the film was released? Но самый интересный факт это так, что я очень скептичный человек. Я не верю в теорию заговора вообще. А я думаю, что с Чернобыль был accident. Ну, да, случайно, совсем. Но главный расследователь Советский Союз, Чернобыльская авария, и главный, ну, the head of the Ukrainian Investigation Committee, and the head of the Soviet Investigation Committee, and two historians and archivists all told me, Чед, ты наивный американец. Мы знаем 100%, что что-то скрыто. Почему? Потому что когда они дали нам транскрипты, мы видели, что этот пятницу, когда день аварии, ночь аварии, они все сделали, ну, чернили сначала, а потом все не в порядке. И мы узнали, что это они говорили, что кто-то позвонил из Москвы и сказал, давай продолжаем этот эксперимент. Это кто это позвонил и почему? Это мы не знаем. А Федор брал эти факты и сделал его своей теорией. А для меня это самое удивительное, что был звонок и что мы еще не знаем, что он говорил. Потому что у нас есть транскрипт и много, несколько слушали. Но сейчас они в архив, это закрыт, нельзя. Мы старались, но нельзя читать. Это самый интересный факт. И второй вопрос, что ну, мир говорил про этот? Ну, ничего, потому что это не наш фильм и наше расследование, это не журналистические расследования, это художественные. Это настоящие, но это Фёдор не Фёдор художник, и он сделал свое расследование. Это как через его сне, через through his dreams, и через его art, искусство. Что и so because of that, and because of the fact that the documents are still hidden, it's kind of impossible. Also, я могу сказать, что сейчас в Украине есть огромная, ну, сложнее проблемы, важнее проблемы, чем история. Сейчас. Два вопроса, с вашего позволения. Правильно ли я понял, что перед началом съемок у вас не было готового окончательного сценария? 100%. Да, у нас, да. Вот. И тогда, к сожалению. Второй вопрос. Понравилось ли вам, во-первых, работать в формате кино, такого неигрового, ну, полудокументального, полуигрового, и в формате без законченного сценария? Если я правильно понимаю, это для вас тоже было, в общем-то, впервые работать в таком формате. Когда нет сценария, когда съемка идет вот такая живая, анималистическая. И будете ли вы еще продолжать работать в этом жанре? Если вам это понравилось. Да, мне очень понравилось, потому что, ну, сначала это интереснее, чем игровая история, по-моему. Настоящая история интереснее. И, как я узнал, это даже страшнее и страннее, чем реальность.
ну, чем, чем искусство. У нас есть a saying that with fiction film, the director is God. With documentary film, God is the director. У нас есть поговорка, что в художественном кино режиссер — это Бог, а в документальном кино Бог — это режиссер. Бог — это режиссер. And I think it's more interesting, it's more difficult. Ну, труднее, потому что ты не знаешь, если будет конец или нет. Но мне очень повезло, что был очень, ну, но был конец, и был драма, и кровь, и все. Ну, это было для меня, для фильма, это история, ну, история появилась. Но это не, когда вы сделаете документальное кино, ты никогда не знаешь, если будет фильм, если будет конец. А продолжать будете? Да, 100%, да. Я уже работаю над новым фильмом. Еще один вопрос. Рустам Игорь, QHA, информационное агентство. Скажите, пожалуйста, чем обусловлен выбор Харькова для допремьерного показа? Why is the production show is in Kharkiv? Why did you decide to show it in Kharkiv before releasing it all on the Ukrainian level? I don't know. Я не знаю. Это дистрибьюторы, они сделали так. Они говорили, что это важно, чтобы показать этот фильм по всей Украине, чтобы, ну, мы уже 50 фестивалов показал, но это важно, чтобы гражданин, ну, настоящие людей, не фестивальчики, видят этот фильм. И они сделали для меня план, чтобы Львов, Одесса, Харьков, Киев. А я не знаю точно, когда... В каждом городе есть премьерный показ, это не то, что в Харькове. А, да. Два слова по поводу продолжать. В Харькове недавно получила большой резонанс информация о том, что в области в 1972 году был подземный ядерный взрыв специально. Это серьезно, я не шучу, да. Поэтому, может быть, вам будет интересна эта тема для следующего фильма. In 1971 in Kharkiv region there was the underground explosion, nuclear explosion near Kharkiv. Maybe you would be interested in that. Wow. У меня вопрос по поводу съемочной группы. Кто еще, кроме вас двоих, занимался фильмом? Расскажите, пожалуйста, кто снимал, кто был оператором, монтажером? Это были энтузиасты или это продакшн какая-то студия была? И еще вопрос, когда снимали? Сколько времени ушло на съемки, монтаж? А мы сняли, ну, мы начали около июля 13, ну, 6-7 месяцев до Майдана. И потом... Мы закончили, после Янукович сказал «до свидания». И как эта группа? Группа была как группа семья, как друзья. Мы не профессиональные, но кажется, что Артем Рыжиков, наш синематографер, он очень талантливый. Я не ожидал. Я взял фотоаппарат у друга, и я не знал, как использовать. А Федор говорил, у меня есть друг, он может снимать этот фильм. А я сказал, ладно, это значит еще один человек, мне надо кормить его, ну, бутерброд и так далее. Я сказал, это будет кошмар. Но когда первый... И это очень важно сказать, что Федор хотел делать свое расследование через сне. Он сказал, что я хочу узнать, где этот призрак Советский Союз. И нельзя найти призраки через традиционные интервью. И все-таки они врут, все полковники и инженеры. А он сказал, Чед, я видел в сне этот путь, и нам надо снимать мои сны, my dreams. А я сказал, почему? Это сумасшедшее, это очень странно. Но мы ссорились, и в конце концов я согласился снимать его сны, и он согласится делать интервью с учеными, но традиционный. Значит, у нас было параллельное расследование. И в конец фильма у нас они соединились чуть-чуть. И я уважал его расследование, и он в конце концов понял и уважал мою идею, чтобы делать, ну, интервью. Но первый день, когда мы были в Чернобыле, и мы сняли несколько интервью, а тогда Федор и Артем исчезли,
А тогда я видел, что он голый, с факелем, и ходил против, на, против газ маскс. Я совсем не знал, что они сделали. Я думал, что они совсем с ума сошли. И я думал, что скоро милиция все в нашей тюрьме. Но этот ночь, когда я видел кадр, что Артем снял, я узнал, что он гений. И что он и Федор, у них есть очень странный vision, ну, вид, да, фильма. И я думаю, что нам, мне очень повезло, что нашли таких талантливые, эксцентрические художники. Я сделал монтаж тоже. И да, это было очень интересно и очень трудно. Ну. Чет, а могли бы вы объяснить, почему в фильме о тайнах Чернобыля включены кадры с Майдана? Ну, это хороший вопрос. Сначала я могу сказать, что то, что Федор сделал, я за него. Я просто снял Федора и его путь. А если бы он сказал, давай, Чед, я сказал, Федор, я хочу понимать твою душу. И он сказал, давай в бабушке. А сначала я говорю, почему в бабушке? Она, что она говорит? А она говорила нам самая страшная история, а что случилось с предки, ancestors, предки Федора. Как они умерли во время Голодомор, как они застреляли ее брат. Это 80 лет назад, а она плакала, как это было вчера. И тогда я понял, что это очень важно понимать Федора, что случилось тогда. И тоже я понимаю сейчас, чтобы этот не просто путь Федора, это путь всей Украины. Вся эта травма, вся эта смерть и кровь, это не просто на душе Федора, это везде. Это второе, что я узнал. А почему мы на Майдане? Это просто потому, что Федор хотел тоже туда. И я за него расследовал. I followed him. Но я могу сказать, что когда я сделал монтаж, я думал, как это связано? Это не связано. А для Федора он сказал, нет, это те же самые призраки, которые убил мои предки и сделал как Чернобыль, они еще вернутся сейчас. Это автор, призрак authoritarianism. И для Федора, и может быть это не прав, но для Федора это те же самые призраки, это те же самые демоны. И это третья причина, чтобы для Федора, наш фильм про путь Федора от 4-year-old boy, who is irradiated and traumatized by Chernobyl. Это наш фильм, это путь Федора, начиная от мальчика, которому 4 года, и который ну, под радиацией, под действием радиации. И он очень испуган и ну, травматизирован, и он в душе его борьба, и конец этот путь, когда он восстанавливает, он стоит на стене, и говорит всей Украине, всей ну, протесты на Майдане, свою теорию, что случилось. Это его арк, это путь. И Майдан, можно сказать, дал Федору стену, чтобы борвать, ну, fight. Ну, это было как конец свой путь. Это момент, когда он he confronted his fears and went on the stage, even though at that moment it was against the law to go on the stage to speak. He went on there and he spoke his theory, his truth. То есть это был момент, когда он столкнулся со своими страхами, и когда он смог выйти на сцену, хотя на тот момент было не разрешено выходить на сцену, и вот... И говорить оттуда, говорить со сцены. Ну, и надо сказать, что Артем был ранен, насколько я вот из фильма понял. Вот расскажите об этом, это очень драматичный такой эпизод. Ну да, и в фильме мы не показали все, потому что если бы... Ну, Артем снял там на день, как трагедия, когда 100 людей умерли. Да, первый пулил в фотоаппарат и уничтожил свой фотоаппарат. А потом второй здесь, и он упал, и друзья оба умерли этот день. Это очень страшный момент для Артема,
он, это я сказал ему, не надо туда и обратно, потому что опасно. Но он сказал, я хочу снимать для истории, что случилось здесь. Но в фильм мы не хотели показать все, потому что тогда это будет фильм про Артема. Это слишком но это страшно. Она очень но важна. У нас кусочек этот момент. Но мы не хотели объяснить все. Но мы сделали в Америке, я нашел. Тогда у меня бюджет, еще деньги нет, потому что все тратил на фильм. Но я спросил, потому что я хотел, чтобы Артем лечит хирург. И так далее. Мы нашли деньги быстро на Indiegogo, на онлайн. Много чужой страны людей просто дали деньги, чтобы им помогать ему. Еще, Чет, расскажите о фрагменте в фильме, когда Федя отказывается дальше сниматься. Вы его снимали скрытой камерой. Это очень интересный момент. Да. Почему это происходило? И насколько действительно серьезные обстоятельства? Это 100% серьезные. И Федор не знал, что мы сняли его секретный фотоаппарат до премьеры в Санденсе. Но до этого я сказал, Федор, извини, мне надо сказать, что я использовал секретный фотоаппарат. А он сказал, ничего страшного, я тебе снял секретный фотоаппарат тоже. И тогда мы узнали, что Артем снял я и Федора секретный фотоаппарат. А почему? Потому что мы потеряли совсем доверие друг друга. А Федор, они сказали, человек из ГРУ, сказал Федор, что Чед, он работает в службе в США, и это все trap, чтобы убить тебя. Капкан. И что это все капкан, чтобы убить тебя? И тогда он хотел уничтожить наш фильм. Он искал наш hard drive, чтобы удалить все кадры. Но, слава богу, у меня копия была в Нью-Йорке. И я не понял, почему Федор это сделал. Почему он сказал, нет, я не прав. Это Чернобыль был случайно совсем. И я хочу закончить это расследование, и все. Я не говорю с тобой. А я не понял. А тогда Артем говорил, давай я снят его секретный фотоаппарат, чтобы понимать, что случилось. И тогда, это 3 часа, Федор объяснил Артему, что он очень... что боится, потому что этот человек сказал, они так угрозы сделали, что сын в безопасности, у него есть сын 6-7 лет, и они намек сделали, что надо закончить это расследование и фильм. И тоже они сказали, что много разных сказал Федор, что надо делать, надо есть... титул, чтобы у нас есть фильм, потому что у нас контракт сейчас с Федором, что надо перед фильмом сказать, что мы не хотим уничтожить отношения между Россией и Украиной. Это все в контракте. Это очень странная неделя. Я не знаю, но это у нас много теорий, почему, откуда они узнали, почему. Но... То есть это действующий сотрудник спецслужб с ним общался? ГРУ, как... То есть это российское, ГРУ это же главное разведывательное управление. Это россияне или это украинцы? Я не эксперт на это. Как Федор объяснил, понимаем, чтобы тогда это было во время Януковича. И они как работали вместе с Россией и здесь. И этот человек, Федор что-то узнал, чтобы не надо узнать. Тогда они говорили, что стоп. Коллеги, вопросы есть ли еще? У меня вот такой вопрос. В какой момент вы поняли, что история закончилась, что фильм готов? Когда Янукович убегал, тогда я думаю, что... И после Федор как воевал свои демоны и стоял на сцене, когда я узнал, что это конец его пути. И тогда я начал монтаж делать. Но последний кадр, это когда Федор сидит возле радиоприемника и слышит сигнал русского дятла. Вот этой установки, которая перестала излучать этот сигнал в конце 80-х годов, и вот сейчас этот сигнал появился. Это правда, что он очень появился? Интересно, что да. Я могу сказать что быстро, чтобы... Мы не спешим. 2 месяца после фильм закончил, кто-то, друг мой послал ссылку, сказал, видишь, это русский дятел. Я сказал, да, я знаю, я сделал фильм про русский дятел. Он сказал, нет, посмотри на даты. Это было вчера.
Я сказал, как это может быть? А я видел, там в России был на телеканал, я не знаю какой, новый русский дятел, новый радар. То же самый тип, но сейчас это не посмотрит на Америке, а посмотрит на Европу. Это много спросит меня, как это может быть, почему они сделали. А я просто думаю, что может быть это психологическая война, чтобы напоминать Европу, что мы слышали. И чтобы этот голос, это русский дятел, это перемеха, чтобы это такие типа радар сделает, что этот голос Советский Союз вернется и не забудет. Спасибо. Мне уже подсказывают, что я начинаю спойлерить. А, еще вопрос. В самом начале вы сказали, что у американцев есть своя теория заговора, да, и своя идея по поводу дуги, и даже несколько, вот что это? Но в Америке мы думали, что может быть это психотронное оружие, чтобы это Советский Союз хотел зомбировать все американцы с этот стук. Но, конечно, это сумасшедший, но не очень сумасшедший, потому что мы тратили миллиард долларов на такие расследования в Америке, психотронное оружие, и Советский Союз тоже тратили. И один человек мы спросили, это возможно сделать, ну, зомбировать американцев с этот радар? А он сказал, да, очень возможно. Ты знаешь как? Эта волна то же самое, как телевидение. И телевидение все их зомбировало очень давно. Ну, это такая шутка, но это может быть правда. И второй вопрос. Какой радар стоит на Аляске? Что? Joke is a joke, but such a radar is placed also in Alaska. Да-да-да, HARP есть, да-да-да. Ну, и можно сказать, что ну, они... Можно достаточно зомбировать людей с пропаганды, с телевидения, с той же самой волны, ну, radio waves. И второй вопрос. Вы сказали, что будете продолжать заниматься документальным кино и что-то снимать. Есть даже какие-то планы, о чем будет фильм, если да, такие да, да. есть. Да, да, да. Сейчас в России есть какая программа, чтобы возвращать мамонт. И это я сделал фильм про этот. Как это? Они нашли кровь, они нашли генетический материал, и они уже парк строили. И это Путин хочет, чтобы возвращать такие... Спасибо. Есть ли еще вопросы? Спасибо вам за вопросы.